Вот, пока меня не было, здесь начал гриб приобретать свои очертания. Вот он будет такой резной. И будет еще и раскрашенный. Вот эти все розы, как я вижу, цветы, они приобретут свои цвета. И будет у нас такой, интересно, стоит грибок. Вот из этого тоже что-то сделают. Я думаю, что сиденье тут рядом надо, чтобы с ним фотографироваться можно. Вот жалко, не написали где-то пистяки. Может, внизу напишут пистяки? О, внизу бы хорошо написать. Пистя. Ну, так а можно вообще просто сравнять там и вырезать. О, интересно, додумаются или нет. Было бы тогда для фотографирования, конечно, очень хорошо. Вот так дела двигаются. Помоги, Господь.